Альбом «Дисгармония» на Depressive Illusion Records. Это сайт такой есть, лейбл. А это под лейбл Vibrio Chocolate Records. Сегодня в выпуске расскажу о кассете и моем друге. Проекте «Молох» Made in Ukraine. Подписывайся на канал. Включай колокольчик, смотри каждый мой видеоблог, подписывайся на мои второстепенные каналы, которые указаны в разделе о канале. Пока-пока. Эй, теперь приветствую Warxul и очередная серия Metal TV. В предыдущих сериях я рассказывал о своем 1RePress 1992 года на CD. Ссылочка сейчас появится. В предыдущей серии перед этой я рассказывал о своем 1RePress на SocialNetWork Digital Records в 2016 году. Ссылочка сейчас появится. Сегодня я расскажу о своем. А, и еще рассказывал о кассете на Макс Рекордс. На формате кассета. Тоже ссылочка сейчас появится. Вот. Сегодня я расскажу о репрессии на кассете 2017 года на Vibrio Chocolate Records, это под лейбл Depressive Illusion Records. Вот. Первая часть альбома это Avantgarde Black Death Metal. Вторая часть, которая сейчас играет и началась играть в предыдущей серии, это трек 29 минут 37 секунд, по-моему. Вот. Это ambient больше. Вот так выглядит кассета. Я так захотел издать. Текстов тут нету, потому что тексты антисоциальные. Вот, и не каждому подойдут по душе. В принципе, в наушниках, если прослушивать, то можно услышать. Вот, вот так выглядит. В принципе, почти ничем не отличается от 1RePress моего, только двусторонний, можно сказать. Кстати, я обещал рассказать, кто может еще подтвердить мое существование как музыканта 90-х годов. Вот как раз издатель этого релиза и мой хороший друг Сергей Гордиюк. Вот проект «Молох» Made in Ukraine. Он содержит лейбл Depressive Illusion Records, Vibrio Chocolate Records, Floppy Noise Records. Вот издает много музыкантов и очень известная личность издается для собой. Мой друг Эйк Молох, возможно, он будет выступать со мной вместе на 23 ноября. Возможно. Группа «Измена», как говорится, на измене.
жопомойки, блядь, тьфу на вас. Надеяться на таких людей, блядь, это вообще, блядь. Измена. Само название измена. Блин, ну что с них возьмешь? Алкотрэш. Вот, короче. Их не будет. Так вот, в следующей серии подведем итог моих издания этого некоммерческого релиза и расскажу о издании на Гульмис Рекордс половины этого более агрессивной части вместе со сплитом. Вот. Все, подписывайся на мой канал. Снимаю, кстати, на Nikon L820. У меня есть канал WARKULL, обзоры, отзывы. Смотри, подписывайся, много чего интересного. Отлично пишет звук, кстати, эта камера, и хорошо снимает четкое фото-видео кадры. Вот. Кстати, да, вот. Все, подписывайся на мой канал. Thank you.